Привет, с вами интернет-магазин Керамис. В этом обзоре мы познакомим вас со смесителем от немецкой компании Клуди. Модель для раковины коллекции Амио с артикульным номером 410-25-05-75. Данный смеситель очень удобен в использовании для всех членов вашей семьи. Универсальный минималистичный дизайн вносит стиль в любую ванную комнату, а управление боковым рычагом очень практично и удобно. Корпус смесителя изготовлен из латуни, который покрыт хромированным покрытием. Общая высота модели 220 мм, длина излива и высота излива 200 мм. В данной модели используется аэратор S-Pointer Eco, который обеспечивает экономный расход воды всего лишь 6 литров в минуту. Монтируется смеситель с помощью гибких шлангов для подвода воды с сечением G3/8 на одно монтажное отверстие. Установка осуществляется очень быстро и не вызывает больших затруднений. Управление смесителем осуществляется широким боковым рычагом и керамическим картриджем, особенностью которого является наличие ограничителя горячей воды. В комплектацию смесителя входит донный клапан с монтажным размером G1,1. С помощью него очень легко закрывать и открывать отверстия раковины. В комплект входят все необходимые монтажные элементы, чертежи и инструкции для простого и быстрого монтажа. Также в комплекте вы найдете гарантийный талон. Срок гарантии от производителя составляет 5 лет. В комплект поставки входит сам смеситель, гибкие шланги подвода воды, донный клапан, монтажный набор, который включает в себя все необходимое для быстрой установки модели, инструкция по монтажу и гарантийный талон. Коллекция смесителей для раковины Клуди Амио включает в себя классические стандартного размера смесители для комфортного использования. Также в ней есть смесители для скрытого монтажа и модели для установки на 3 отверстия. Если говорить кратко, модели для раковины Клуди Амио – это высокое качество и невероятный комфорт. Заходите на наш сайт и покупайте только качественные сертифицированные смесители Клуди. С вами был интернет-магазин Керамис. Подписывайтесь на наш канал, ставьте большой палец вверх, делитесь видео с друзьями.